Приветствую, дорогая церковь. Приветствую, дорогая церковь. Свидетельствовать или нет, потом думаю, да, все же, стоит. Замислился, дали твое свидетельство или нет, но все пак штигу расскажи. У меня в четверг произошла ситуация. В четверг се случила одна ситуация со смен. Меня очень обидел мой муж. Много ме обиди мъже ми. И сатана говорит мне, ну вот все. И сатана ми казва, ими ето. Нечего вставать по утрам. Няма нужда да ставаш сутрин. Нечего говорить, какой он красивый, как ты его любишь. Няма да му казваш колко го обичаш, колко е красив. Нужно пожестче. Бунт. Трябва да си по... твърда с него. Но слава Господу за Духа Святого, который говорит, настраивайся на мир. Но слава на Бога за Святия Дух, който ми казва да държа мир в себе си. И я тут же покаялась за помышление бунта. И веднага се покаях за тези мисли. И попросила у Бога защиты. И помолих Господ за защита. И сказала, Господь, я настраиваюсь на мир. И казах, Господ, остася Твой мир. Я не хочу войны. А с низком война. Я приехала домой. Върнахся в кащи. Я ему все высказала. Всичко му казах. Но в сердце был мир и любовь на самом деле. Но в сердце это ми имаше любовь и мир. И, ну, как бы, мы легли спать. И легнахме да спим. И на утро он мне попросил прощения. И с утрин той се извини. Причем это первое прощение за последних 15 лет. Всъщност това е за първият път, когато се извинява за последните 15 години. Обычно было, ну, ты извиняешься, да? Он мне говорит, ну да. Обикновено е било така, аз го питах, ти извиняваш ли се? И той казваше, еми да. И Господь мне показал, что когда мы настраиваемся на мир, а не на войну, и Господ ми показа, когато се настрояваме за Неговия мир, а не война. Он за нас заступится. Той ще се застъпи за нас. Поэтому давайте те, кто с Украины, как бы больше, да, ревностно настраиваться на мир. Затова тези, които сме от Украина, ревностно да се настроиваме на Божия мир. Чтобы дать возможность Богу работать. Че да дадем на Господ Аминь. Сила да работи с нас. Это откровение, слава Богу. Твое откровение, слава на Бога. Да, давайте.